прошу вас пристраховаться справа, ладно? Та, кому предназначался этот букет, получит его явно с опозданием. За тонировку лобового стекла водителя БМВ на перекрестке улиц Достоевского и Товарищеской остановили госавтоинспекторы. Почему он решил уйти в сумрак, мужчина рассказать отказался. Сегодня в Казани сотрудники ГИБДД вновь вышли в рейд по тонировке. С 2 часов дня до позднего вечера останавливали тех, кому не мил солнечный свет. К слову, в этом году госавтоинспекторами в Татарстане было выявлено около 4000 таких нарушений. Светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, эксплуатация транспортного средства запрещается. Однако немногие автовладельцы отдают предпочтение сумеркам в салоне. Многие считают это небезопасным. Я считаю, что особенно вот в ночное время это очень неудобно. Очень неудобно. Почему? Потому что и так видимость, особенно если дождь там идет или снег там, видимость не очень. А тут с тонировкой вообще очень плохо. Я не понимаю, зачем надо скрываться в своей машине. Свет мешает некоторым. Ну, можно... Это опустить защиту. Темные очки можно одеть. Во-первых, правила не позволяют, во-вторых, зачем? За букетом девушке пришлось приехать самой, ведь на водителя БМВ составляли протокол. Своей перетонированностью отличился на этом перекрестке и владелец Hyundai. За такое нарушение водителю предполагается штраф 500 рублей и сразу ему поручают выйти из сумрака. Если же водитель отказывается снять тонировку, то ему запрещено эксплуатировать дальше этот автомобиль. В повторном случае ему же грозит арест до 15 суток. Елизавета Саляхова, Андрей Ключников, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».